Владимир, у нас стандартный вопрос, как команда готова перед стартом чемпионата, перед первым матчем, который вот так неожиданно получился? Як сказати, що, у нас команда готова на 100%, ми таке не можемо сказати, але я вам скажу, що бій ми будемо давати, будемо грати в футбол, автобуси ставити не будемо. Що, думаю, що якщо глядач прийде, він буде, йому сподобається грати. Что вы сейчас самое важное вот перед настроем на Киевское Динамо? Вот, что будете игрокам говорить, как будете играть, ну, агрессивно или наоборот осторожно? Ну, я вам скажу, что вы, мабуть, побачите ответ на свои питання під час игры. В таких матчах что главное? Психологический настрой, наверное, или нет? Я рахую, что в тих матчах самое главное – это полная концентрация и великое желание. Играть початкового фланга и Динамо Киев. Чемпион и чемпион. Наверное, очень нервная ситуация была. Команда не знала, к чему готовиться. К первой, к премьер-лиге. Это первый вопрос. И второй, наверное, все-таки как-то справедливым, то, что старт оказалось в премьер-лиге или нет? Я знал, что мы можем играть в премьер-лиге, потому что по законам, какие есть футбольные законы и спортивные принципы, мы играть Сталь Неприлежинск. И я навіть не сумнівався в тому, що ми будемо грати, тому що хочу подякувати нашим керівникам, які дуже багато для того зробили. Так що їхні недоспані ночі, слава Богу, дали хороші результати, і ми дебютуємо в прем'єр-лізі. На підтримку болельщиків, надіятесь? Хотілося б, тому що це без них важко, ми зараз не граємо в своєму рідному місці, так що якби грали в Дніпродзержинську, було б набагато легше. И последний вопрос для вас. Вот для главного тренера команды, который еще недавно тренировал второй лиги, первый, вот такой скачок в премьер-лигу, это что? Да я не тільки скажу, что для меня футболисты, которые, я думаю, выйдут играть против Динамо Киева, они такой шлях разом зі мною пройшли. Так что футбол – это єдине ціле. Буде єдине ціле и тренер команды, и президент, значит, буде хороший коллектив. Ну для вас-то футбольное счастье, все-таки, наверное, что вы попали в премьер-лигу, как тренер главный? Да нет, я хочу сказать, мне повезло, что я попал в команду такой, как Сталь Неприлежинск. Спасибо. Это классно, что я